Бригад скорой помощи в городе стало меньше, но это сезонное сокращение, уверяют специалисты. Это происходит каждый год в мае и зависит от количества вызовов и существующих нормативов. По правилам, на одну бригаду в сутки должно приходиться от 12 до 14 вызовов. И летом, чтобы вписаться в эти рамки, для Ноябрьска достаточно 6 бригад. Осенью их количество увеличивается до 8 или даже до 9 в период эпидемии гриппа. Однако в этом году персонал скорой помощи и зимой работал уменьшенным составом. Был кратковременный период, когда мы искусственно были вынуждены сокращать бригады. Это в зимний период, пока еще не было решено вопроса по финансированию, был недостаток финансирования. Значит, нам приходилось сокращать бригады для того, чтобы справиться как бы с этим дефицитом. Сейчас этот вопрос решен, деньги нам добавлены, поэтому таких проблем больше возникать не будет. А сейчас количество бригад сокращено согласно сезону. То есть у нас это заложено даже в договоре. Значит, 6,5 бригад на май месяц. Также будет летом такое же количество. Осенью бригады будут добавляться. Добавлю, что медперсонал скорой помощи при этом не сокращается, просто нагрузка на людей становится несколько меньше. А вот финансовая проблема, которая стояла перед медиками, была вызвана в том числе и тем, что аренда машин скорой помощи стала дороже.